Здравствуйте! Магазин «Электропара» представляет обзор металлогалогенной лампы фирмы Osram, модель Power Star. Также данная модель имеет обозначение HQITS Excellence. 150 Вт мощность данной лампы, цветность NDL, то есть Natural White, дневной белый свет. Производитель указывает нам на упаковке, что данную лампу нельзя включать напрямую в сеть. Данная лампа работает либо через электронный пускорегулирующий аппарат, либо через дроссели. Лампа имеет ультрафиолетовый фильтр. Также положение Osram указывает положение лампы горения, при котором лампа будет работать. Также производитель указывает, что лампа имеет довольно высокий нагрев. Внутри имеется инструкция. И лампу нельзя димировать. Цоколь у данной лампы, если я ничего не сказал, RX7S-24. Данная лампа хорошо подходит для прожекторов и для других осветительных приборов в магазинах, на складах и других местах. Давайте посмотрим, как эта лампа выглядит без упаковки. Упаковка, кстати, индивидуальная. Упаковки мы видим, во-первых, мы там видим мануал. Довольно обширный мануал, как лампы пользуются, какие у нее параметры, в том числе и на русском языке. И внутри мы видим саму лампу. Так эта лампа выглядит без упаковки. То есть двойной цоколь с одной и с другой стороны. Такой цоколь называется RX7S-24. Лампа имеет горелку. И также на лампе написаны ее основные параметры. Модель, мощность и цветность.